перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Я умею долго считать. Сейчас один финт сделаю. Все не любят этот финт. О, финт есть. Получилось. Что, собирайтесь, народ, и будем собирать на сок или на пиво. Сегодня у нас веселое будет. Надеюсь, игра. И если тихо, там напишите что-нибудь. Если очень тихо, всем салам, салют. Я тут включил очень крутую музыку. Респект всем. Музыка называется радио джаз. Джаз, типа, знаете. Вот. Так что радио джаз. Вас приветствует наше радио джаз, скромное. Давайте еще чуть-чуть людей потянется немножко. И начнем о чем-то болтать. Я не пидор, я тоже. Чуть-чуть с опозданием, конечно же. Вот. Если радио очень громко, то скажите мне. А если тихо, то я могу помолчать и могу включить радио джаз. Это же весело, радио джаз. Классно. Всем привет, салют. Давайте хотя бы до 50. И потом пообщаемся с вами, спросим, откуда вы, из каких городов, чем вы занимаетесь, на что вы живете. В общем, все вопросы, которые задают мне. Вот. В конце я вам прочитаю стих, наверное, какой-нибудь. Вот. Ну и мы должны с вами сегодня узнать, где мой рык. Мы сегодня с вами должны узнать, что вы больше любите, пиво или сок. Вот. Так что... Господа, кто скинет на пиво, кто скинет на сок, кого кажется больше, в следующий раз я буду пить этот напиток на трансляции. Ну а пока за всех вас, пока собирайтесь, пиво. О, ребята, что вам сказать, в Архангельске, всем салют, сейчас еще чуть-чуть людей, кто это? Это кто здесь сидит, а? Кто здесь? Ха, это ж ты, мой братишка! Это кто? Это с тобой и моя сестренка, которые пришли на эту трансляцию. Поэтому всем салют! Пошумим там, что говорят еще в начале этих всяких трансляций, всякие рэперы. Че по погоде? Погода все хорошо. Ну что, ребята, всем салют. Можно помахать, да, кому-то? Я тыкнул помахать. Сработало, нет? Уху! Вы помахали. Всем махали. Я махал, я по жизни веду себя так, как будто махал, вот, ну чё, я в Архангельске, ребята, нахожусь, знал, что будет популярнейший вопрос, сейчас фрешбладны не идут, популярнейший вопрос, как тебе батл похоронил или джубили, честно, я машу всем, отсвечиваю, да, очки, там видно, да, порнуха у меня включена, ой, извините, я не посмотрел полностью батл похоронила еще с Джубили, но я посмотрел раунды похоронила. Прям перемотал Джубили, прости, Джубили, да можешь не прощать, без разницы. Вот, но, короче, ну, похоронил, может, лучше, но я думаю, что он разъебал. Судя по комментариям, это я уже сужу так, типа, по комментариям. Вот, ребята, всем, кто приходит, салют. Сразу, те, кто приходит, пишите свой город. Я вот город Архангельск, I am Архангельск, сижу в очках. Сижу в таких очках, которых отсвечивает порнуха моя. Ой, я там, типа, да? Вот. Пишите, из какого вы города. Респектнем вашему городу. Помахать. Всем помахать. Машу тебе. О! Переключил на порнуху. Как это убрать?
Уберите порнуху. Ой, извините. Переключил на порнуху, бывает. Екатеринбург, ЕКБ, Салют, Кондопога, Магнитогорск, Пермь, Архангельск, конечно, тут Йошкар-Ола, Харьков, все с нами. Питер, Питер, Салют. Я вот в Архангельске сейчас нахожусь здесь. Пермь, Урал. Перепись сейчас, перепись городов пройдет. Вчера тебя в Титан-арене видел. Да, я вчера был в Титан-арене. Всем, так что это, всем салют. Можете подходить, сфоткаемся там, все такое. Северодвинск, Ижевск. Все, кто присоединился, салют, салют. Вы спросите, что это за циферки? Это не простые циферки из сбербанковской карты, как многие могли подумать, типа, увольте, господа. Сейчас помахаю человеку, не знаю, кто это, помахаю, лайки пошли. Это все достаточно просто. Собираем на пиво или на сок. Посмотрим, кто здесь алша, кто здесь алкаш, а кто здесь любит сок. Пока я за вас пью бутылку Хугардена, господа. Вот, ни дня без пива. Как ты относишься к проблеме вывоза мусора в Архангельскую область? Проблема поднялась хорошая, поэтому я здесь. Оп, поняли, да? На самом деле, давайте какие-нибудь... О, Маймакса, салют. Салют всем городам. Салют районам Архангельска. Вот. Рубль скинуть можно. Можно два скинуть. Как относишься к рэперу Dio в аудио? Отношусь к нему так же, как к вывозу мусора в Архангельскую область. Типа, херово. Спасибо, спасибо. Но две цифры больше, потому что у меня это... Я карту написал здесь, такую социальную. Знаете, как у бабушек карты бывают сбербанковские. Вот у меня такая же. Вот. Как у дедушки. Вот. Карелия, салют. Гнойный назвал тебя последним воином слова СПБ. Что думаешь про это и что смотрит только твои батлы на ФБ4? А где это было? Я типа знаю, что вживую он мне это сказал, но, по-моему, это было не при камерах. Вот. А может, это Гнойный зашел? Всем привет, Москва. Эрнесто Шум, мне батл понравился. Шум красавчик. Шуму всегда респект. Респекту Шумую. ФБ проебал, да, Династу проебал. Батлил по поводу ФБ. В общем, по поводу ФБ ничего не могу сказать. Могу сказать, что был пятый этап, но он был уже давненько. Вот. По-моему, я себя слышу громче, чем радио. О, давайте так. Я твой Трамп! Батлить нормально. Ба-б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 а. СДН-трансляция, запись его на Ютубе. А, ну, может быть, да, да, Гнойный приходил, это уже не спойлер, Гнойный приходил к нам на встречу, это уже давно все слито, вот, когда выйдет эта встреча, я не знаю, вот, возможно, завтра, типа, как у, включил джаз, ты че, летай, да, у меня тут сидит дедушка летая, который этот, переключает на все, когда в Питер поеду, пока не знаю. Вот, поэтому пятый этап был, пятый этап, не могу сказать. Смешарик сказал, что ты худший на ФБ. Ну, слушайте, если я худший на ФБ, и я разъебал Смешарика 3-0, то Смешарику стоит тогда задуматься, нахуй он вообще на ФБ. На сколько процентов считаешь, что ты списался? Да, наверное, 0. Я проживаю в Привоза, улица Тимми. Всем салют. В пятом этапе не могу с кем сказать. Ну, в общем-то, выбирайте. Либо PM, либо МакКофи, либо Владик, либо Джоник. С кем-то из них я батлил 100% на пятом этапе. Когда шестой этап, не знаю. Когда выйдут батлы пятого этапа, не знаю. Встреча была. Встреча, когда выйдет, я тоже не знаю. Нахуй Микси вообще на ФБ? Ну, блять. Рэп или батл? Рэп-кал. Ну, Микси, ну как, блин, прошел по заявкам, прошел по отборам, поэтому Микси в сезоне. Это такая вопрос. По поводу батла с Микси, да, у меня не было трансляции. То есть, вы что-то, подождите, я потише. Потише сделаю чуть-чуть рекламочку. Вот. Ну, батл очень плохой. Один из худших, наверное, на ФБ, кроме Сойера с Микси. Вот. Микси пробивает просто дно. Вот, Микси, салют, респект. О, у нас 50 человек. 50 человек. Но чем богаты, тем и рады, сказал Микси и наебал людей. Вот. Карьеру в рэпе после Фрешблада не знаю. На самом деле, есть пара идей на треки, но, знаете, я не хочу писать вот так вот, типа, из-под палки, что надо писать. Типа, о, пришел хайп, надо написать. В
Вот так вот у Джубили вышел батл в воскресенье. Джубили подумал, бля, через 2 дня надо выпустить клип. И через 2 дня он выпустил клип. Вот я такого не хочу. Вот, Жуковой Лене привет передай. Жукова Лена, привет я тебе передаю. Вот, поэтому неохота, неохота. Enrage якорем называйте. Не, Enrage называем казах. Казах. К тому же Enrage может и убить, на самом деле. Вот. И единственное, что мне, ну, впечатление по батлу с Микси так себе, да, потому что батл херня. Был шестой этап, шестой батл у нас на счету, поэтому много чего убило. Вот, какой этот вайб был убит, да, там херово по знакомому, херово там, может быть, мы подготовились, да, и все такое, вот, но, честно, когда в первом раунде, ну, плюс убитая атмосфера Микси и моими хуевыми флипами, вот, прям салют всем, кто пришел, салют, вот, Микси не респект, на самом деле, нет, к Микси я так себе отношусь, ну, блин, это, голубям, будет вопрос про голубей, ко всем хорошо отношусь. Ну, Микси мне просто, все, что я знаю, как человек не нравится, как батл-рэпер тоже. Вот, а в принципе, голуби все нормальные. Чуваки, PM-чик там, смешарик, охуенные чуваки. Из всех прошедших лучше на FB4 батл. Пока лучший батл Парагрин, наверное, с PM-ом. Почему Майлз девственник? Потому что ему никто не дает, потому что он пиздюк малолетний, вот и все. Че за вопросы, ребят? Вот, в фабрике, кстати, был, да, заходил в фабрику, в фабрике меня много почему-то узнают, очень даже странно. Вот, ну, не надо оскорблять Микси, то есть, ну, я никого не оскорбляю никогда за глаза, просто, ну, так, знаешь, не недолюбливаю, и все. Я думаю, что, может быть, это взаимно, может, это как-то невзаимно, и вообще-то похуй. Первый фильм о русском хип-хопе, не знаю инсайдов, без понятия, наверное, тут надо у Жигана спрашивать инсайты. Ребята, циферки непростые, мы собираем на пиво или носок. Вот так вот, надеваю на пиво носок, поняли, да? World Play. Вот, так что это, и в следующей трансляции мы с вами посмотрим, что будем пить. Будем пить пиво или сок. Ну, а пока, поу, меня Вовой назвали. За всех вас, господа, чуть-чуть выпьем. Вопросы про батлы, да, на стриме, на трансляцию батл-рэпера, это, конечно, неожиданность. Постепенно с тапами флипы, может, и были норм, но со временем ты ужасно на них стал запинаться. Да, возможно, но мои флипы, потому что я не придумываю флипы. То есть, ну, есть идея, да, что ты всегда знаешь, что тебе могут доебаться. Вот тебе могут сказать, сука, у тебя нахуй... Блять, вот 2 ноздри уебищных. И ты думаешь, бля, про 2 ноздри могут сказать. Наверное, я могу придумать. Но я никогда не придумывал такие вот прям очень много строчек. Единственное, что я придумал, это посмотрев Дудя с Джонни Боем, да, я сразу подумал, нихуя себе, нет кофейни, ты наебал, чувак. И поэтому вот я придумал, что типа это не трушно. Вот. Давайте сегодня поговорить ни с кем не будем. Так поговорим. Фреш, конечно же, возьму. Вот, к Диме Бамбергу, ну, шок, хорош, нормальный. Батл с Пемом, какой-то охуенный, может быть. Но мне отбор свой не очень нравится. Хотя люди до сих пор говорят, что отбор лучший батл. Вот, ну и батл с Летаем. Хотя, в принципе, я не согласен с этим. На самом деле, очень субъективно, вся вот эта субъективщина. Вот, завязывайте все с вордплеями, они почти все неудачные. Полностью согласен. Вопрос не про батлы, назови 3 любимых фильма. Мне пришло сообщение, я в гостях, мне пишет некая женщина, мне написала, я в гостях. Но не у меня, к сожалению. Вот 3 любимых фильма, 2 из них это Radio Jazz. 2 из них это, наверное, «Один дома», первый и второй, стопудово. Вот, и какая-нибудь советская комедия. Вот. И, кстати, вспомнил про фильмы и хочу посмотреть «Сказ о розовом зайце». Посмотрите, кто не видел, казахский фильм. Вот. В последнее время мало читаю, мало смотрю фильмы, смотрю сериалы, но тоже мало. Почему Майлз на отборе показал свой лучший батл на основе проебывается? Я не знаю. Вряд ли это связано с тем, что он там сдулся, ему наоборот есть что доказывать. Димас-то был у нас на встрече, потому что у нас встреча проводилась в барбершопе, этот барбершоп Димасты, вроде как. Вот. Сколько лет? Мне 20. Что у тебя за очками? За очками глаза мои. Честные глаза и переносица от очков.
По созданию Твиттера, сколько тебе лет? Лет мне 27, к сожалению. Уже 27. Фильм «Оно» смотрел. Смотрел фильм «Оно», который старый был. Смотрел фильм «Оно» в кинотеатре, который новый был. Смотрел. Кстати, ужастики я очень люблю. И прям очень много смотрел ужастиков, но прям нет охрененно страшных ужастиков. В этом прям вообще проблема. «Окулус» мне понравился. Там несколько лет назад был. Пятый этап лучше, чем второй. Ну, в чем-то да, да. Нормально. Как вы видите, после четырех этапов турнирная таблица очень прям напряжена такая, да, вот. Как я всегда. Вот. Как Микси. Как много про Микси, давайте будем без него. Вот. Но, ну, этот, поэтому все батлы готовимся хорошо, тщательно, тщательно. Вот пока волоебим. Так, пришли мне тут сообщения в ВК. На Ральф против интернета. Синему пойдешь? На самом деле, не знаю. Пойду в этих очках на 3D там в кара. Так, я контакт просто тут не закрывал. Сейчас, ребята, сверну. Так, да, я не выкладываю батл на канал. Очень спасибо, очень правильное замечание. Поэтому, да, я не знаю, когда выйдет пятый этап, правильно. Микси гей, вообще без понятия. Но он танцует вальсы, поэтому, наверное, нет, вряд ли. Как относится к Забе? Да, как к Забе? Как можно относиться к Забе? Его можно отрицать, в него можно верить. Да нормально я к Забе отношусь, я не смотрю последние месяца, наверное, 3-4, ни одного стрима его не видел. Ну так, только когда захожу и пролистываю буквально там по секунде перед сном, вот, от начала там до конца. Вот, но прям давно не смотрел. Вот, рэп-перископ, да, Смоки ругает. Ну, за что Смоки ругает? Да мы стараемся же все, ребята. Мы стараемся очень, поэтому... Что нас ругать? Давайте выпьем за Смоки и вообще за всех вас, что вы тут пришли. Чем богаты, тем и рады. Да, так. Пятый элемент, что-то будет еще, не знаю. Скорее всего, что-нибудь запишем, наверное. Топ-3 батлера. Блин, ну, топ. Я всегда перед началом Версуса и сейчас могу сказать топ-5. Он, по сути, не изменился. PM, Сеймур, Тирепс, Слава КПСС и Похоронил. Вот. И все. Ну, то есть, это пятерка, но эта пятерка была на начало года, по сути. Сейчас я не анализировал, сейчас я мало смотрю батлов. Я не смотрел последние батлы Ребела. RBL, респект. Вот. Не смотрел последние эти батлы. Не смотрел, к своему сожалению, ни одного батла Керамбита в жизни. Не смотрел батл Мовец с Дипом. Короче, я пока все пропустил, поэтому после года, после этого, я посмотрю, что-нибудь проанализирую в конце этого года, и топ-5 изменится, наверное. Сколько раз ты был в Луде за все время, пока ты в городе? Ну, раз 4, наверное. Луда – это, кстати, заведение в Архангельске, где охерительно много пива. Классного, в смысле, лучшее. Ну, там много, и оно лучшее. Забатлил бы фрешки с кем-нибудь из основы. Но выйдет наша встреча. Ресторатор спросил, с кем из основы я бы забатлил. Вот увидите, с кем я. Да, Тирепс не хочет батлить. Дип хуже Гнойного. Нет, Дип крутой. И, скорее всего, он в мой топ-5 войдет. Я просто не видел этот последний его батл. И, соответственно, надо убрать оттуда Тирепса. Да, Славу КПСС надо убрать, по идее, из этого списка. Потому что, если ты батлишь, и ты топ, ты должен доказывать это. То есть, все доказывается в битвах, да, пояс надо защищать и все такое. С Огилом мы не будем батлить, хотя комплиментарку я побатлил. С Огилом мы, кстати, нормально общаемся, ну как, когда видимся, то нормально общаемся, поэтому нормально все. Так, оскорбляют опять меня. О, я, кстати, когда Микси... начал орать, это был офигенный просто, это просто был жесть, я не знал, как реагировать. Ну, то есть, человек начинает, да ну нахуй, сука, он начинает орать перед тобой, и я не знаю, как реагировать. Ну, то есть, для меня это шок, что чувак стоит орет, я понимаю, что мне нельзя заржать, потому что, ну, это как-то некрасиво было. Человек забыл текст, и если я начну над этим ржать, то, блядь, ну, это некрасиво. Поэтому я просто, ну, поддержал его, потому что, ну, со всеми бывает. Тут нечего злорадствовать, когда человек
забывает текст или сбивается, в этом нет ничего прикольного. То есть, ну, как бы, это все хуйня. Вот. Поэтому, ну, на самом деле, это было очень, очень забавно была вот эта ситуация, когда он начал орать. Я не то что испугался, я опешил прям. Я джопеши. Вот. Этапы следующие, не знаю, когда будут выходить. Для всех, кто пришел, это не номер телефона. Вот это вот, пау. Это не номер телефона. Это собираем мы на пиво или на сок. Не знаю, на что соберем, то и будем пить в следующий раз. Отжиматься до КДК я могу, да. Это пиздец. Еще в армии нихуя не делал. Хуй дрочил, сидел, представляете? Да все стояли, смеялись. На самом деле... Блин, ну, это не прикольно, то есть в открытую, вообще правилами батла запрещено что-то говорить, да, то есть когда соперник говорит, читает свой раунд, ты должен стоять молчать. Это золотое правило, на фрешбладе это правило не выполняется никем поголовно, оно также не выполняется мной. То есть, ну, может кто-то выполняет его, я сейчас не хочу никого тут, но в том числе я на это правило немножко, ну, как бы забиваю, и я каюсь. Это неправильно. А с Майковым в Питере? Нет, не виделся. Микси орущий, это крипово. Ну, Микси, блин. Я не помню, я не смотрел наш батл с Микси. А, я его посмотрел в трансляции, так что-то делал. Ходил по дому. Вот. И что-то, это, не помню, что там вошло в конец. Но когда Мирон спрашивал, типа, что делать? Блядь, в чем проблема? Я говорю, чувак, это твоя вина, потому что ты подарил очень много хайпа. Ты подарил много хайпа, Микси выиграл 2 батла, и он подумал, что он просто царь, бог, и все в этом духе. Поэтому отчасти слава Мирона и слава вот этого фрешблада погубила Микси, как я считаю. Потому что, ну, у него был неплохой этот, ну как неплохой, это было что-то необычное. Понятно, что в этом стиле он бы всех заебал, но у него были неплохие батлы. Ну, во всяком случае, Парагрин он выиграл нечестно, но не то, что прям неплохие. Я к тому, что он гораздо лучше, чем сейчас. И он бы мог выносить дальше. Он бы мог Сойера вынести. Он бы, может, с таким текстом мог бы вынести меня. Да, поэтому я не в Питере, но я не Виталий, я не в Питере. Понял, да? Как будто не мне вопрос. К футболу я отношусь круто. К футболу хорошо отношусь, ну и болею за Локомотив, футбол сам играл, и с 7 лет смотрю, болею, и ко всем видам спорта, в принципе, нормально отношусь, играю в бильярд, очень много в покер играл, если это можно назвать видом спорта, соответственно, в футбол, да, за всем слежу. Готовить умею, но лениво. Выиграй фрешку и вызови КПСС. Ну, не знаю. Как бы посмотрим. На самом деле, вот сейчас турнирка обязывает, да, батлить с теми, с кем тебя судьба. То есть я нормально отношусь ко многим ребятам, да, там, ну, к ПМу, соответственно, вообще ко многим ребятам, но надо с ними батлить, потому что, ну, надо. Вот. И поэтому следующий батл после основы я, конечно, хочу с кем-то, с кем более или менее было бы интересно батлить. Да, играю в русский бильярд 12-футовый. Вот, раньше много прям играл. С кем из тигров больше сдружился? Да со всеми нормально общаемся. Браги, салют, Парагрин, салют, Сойер, салют, Майлз, держись. Казах, эшкере там или что? Какой язык у казахов? Эшкеренский там какой-нибудь. Вот. Поэтому нормально со всеми дружился. И это, с Парагрином общаемся очень хорошо. Никакой у нас нет в команде, что типа, о, у вас одинаковое количество очков, вам там надо это. Нормально, мы Парагрину обсуждаем с Парагрином тексты, там что-то скидываем, делимся идеями. Ну, нормальная практика товарищеская. Я не могу назвать, что у нас прям команда, ну, на века там, я не знаю, может, мы перестанем общаться. Но в данном, вот эти уже полгода, да, уже, блядь, 9 месяцев почти идет фрешблад, общаемся нормально. К жесткой критике за Б, да, как отношусь? Я не слушаю жесткую критику за Б. При встрече, когда мы видимся, мы общаемся нормально. Вот. Поэтому как относишься? Я знаю свой уровень, я знаю, что я не топ, и поэтому, ну, оправданная критика, скорее всего. Но дословно я давно перестал смотреть его трансляции, поэтому я не знаю. Вот. Династа, не, на кухне Ивана не ебал. К сожалению, не ебал. Ну, может, и к счастью, но 3-0. Проебал я Династу. Проебал, да, поняли.
с кем из своей команды хотел бы побатлить, да ни с кем. Я бы потом впоследствии, возможно, на основе побатлил бы с кем-то там, знаете, типа 2 на 2, с кем-то из тигров против там кого-то, например. Вот. А так, чтобы пока с кем-то из команды, я не знаю, ресторатор очень охуенный как человек, просто душевный, душевный пиздатый чувак. Саня, респект. Со спасителем. Кстати, история про спасителя. Вы хотите узнать историю про спасителя? Прошел слух, что он попал на Версус. А я могу рассказать эту историю. Наверное, это не спойлер никакой. Как, почему люди стали все думать, что спаситель на Версус. Как я, вернее, немножечко подставил. Вот, могу рассказать эту небольшую историю. Минут 20 примерно займет. Но у нас с вами еще 25 минут. Так что вы там можете пока на пиво, на сок скинуть. Выпьем пивка. Вот. И можно рассказать историю про спасителя и про батл бра. Очень веселый был. А в конце, кстати, я зачитаю вам стих про жизнь, если ноутбук не погаснет. ФБ. ФБ отсняли уже давно, ФБ взял Династ. Все, расходимся. Матч со Спартаком, к сожалению, смотрел последний. Реквизиты в описании, да. Матч со Спартаком смотрел. Очень, очень жалко. Так, рассказывал. Ну, тут мнение «Пожар в Ронг» никогда не учитывается в жизни. Поэтому... О, «Хардкор Ган». Аня, привет. Ты пришла на трансляцию, ты соскучилась. Я напишу тебе попозже чуть-чуть. Вот. Вкратце, короче, блин, сейчас ворвемся. О, Денис, если вы с Серегой Сеймуром врываетесь, кто хочет увидеть Сеймура или услышать, или это, посмотреть на Сеймура... Может быть, он ворвется сейчас, да, в натуре? Вот. Ну, про спасителя, если будет время, расскажу. Ну, давайте врывайтесь, поболтаем. Давайте с Сеймуром поболтаем. Накидайте вопросов каких-нибудь Сеймуру, там, с кем он батлить будет. Династ Смоки вообще в сезон брать не хотел, он выдает. Ну, блин, Династ... Династ нормально. Династ, ну, Династ молодец. Я ничего не могу сказать. Династ хорошо. Типа, знаете, я мог бы вынести любого... русскоязычного MC, даже Оксимирона. Но вот Династа, к сожалению, не смог. Проебенил. Нах Сеймура пишут. Сеймур нах. Давайте в эфир. Ну, давайте сейчас Сеймур там с чуваком выйдем, выйдем в эфир. Чуть-чуть поболтаем, спросим там, какие дела. Спросим, за сока или за пиво. Кстати, ребята, кто пьет пиво, напишите, какую марку любите. Я вот сейчас пью Хугарден. Вот. Это, знаете, марка пива зависит от акции в магазине, по сути. Ну, у обычных людей. Я сейчас нахожусь в Архангельске, это мой родной дом, я здесь родился, прожил до 25 лет, вот, поэтому сейчас я приехал просто отдохнуть, перезапустить свои мысли, увидеться с людьми, пообщаться и все такое. Короче, просто отдыхаю. Про мой твиттер, у меня нет твиттера, и у меня был твиттер до 2000, ой, короче, до конца того года был твиттер, я его удалил, и когда удаляешь твиттер, через месяц он удаляется полностью и остается это имя. И поэтому чувак под этим же именем зарегистрировался, и я не знаю, жив он там, не жив. Кстати, этот чувак смотрит мои трансляции. Если ты смотришь эти сейчас трансляции, да, чувак, который ведет фейк моего твиттера, бля, ну ты охуевший, короче. Вот. Хайнекен, да, Хайнекен тоже норм, тема. Хайнекен, кто там еще пьет? Жигуль. Жигуль, да, нормальная тема. Все Жигуль. Всем по Жигулю, ребята. Вот, поэтому твиттер... Твиттер был, и если где-то вы видите старые ссылки на Твиттер, то, естественно, они будут, потому что они все везде. Хорошие зубы. Спасибо за хорошие зубы. Правильно, я ж в армии пиздюлей не получал, я в армии сидел и дрочил. Конечно, у меня хорошие зубы. Почему Микси можно батлить, а другим в течение сезона нельзя? Этот вопрос, на который мне не ответили до сих пор, поэтому я не знаю. Кому неудобно копировать... Каждый день пиво пьешь. Да не, не каждый. Кому неудобно копировать отсюда номер карты, пишите потом мне в директ или в ВК. И обязательно пишите, на что вы скидывались. На пиво или на сок. Посмотрим, кто из вас жалкий алкоголец. Алкоголец, блядь. Алкоголик, кто не ядец, а кто из вас пьет нормальный сок. Сок, кстати, G7 или Rich. Сок с грейпфрутом норм. Всем спасибо. Второго Стефана, ну, блин. Со Стефаном я давно батлился, поэтому я... С Джоном не буду читать про то, что Джон там черный, шутки шутить про это. Вот, это хуйня. Микси. Микси бы вывел трансляцию. К юбилею, да к Джубилин нормально отношусь.
Я служил рядом с Питером, сухопутка, мотострелки, командир БМП-2. В Северодвинске был полгода назад, сейчас пока еще не ездил. В Архангельске я на неопределенный срок, ну, то есть недели на 2-3, может быть, мы уже полчаса болтаем. Battle с Джоном, может быть, был, может быть, еще не было. Вот, стих. Так, я сейчас скинуть хочу, потом забуду. О, ну, чувак, респект тебе тогда от души, если ты скинешь. Надеюсь, носок скинешь. В следующий раз будем сок сидеть пить. Когда выйдет ваша встреча с Гнойным, я не знаю, может быть, завтра. На дембель ушел в 2015 году. Ну, соответственно, служил год с 14 по 15 летом. Хорош бухать. Да я не так часто пью, на самом деле. Ну, то есть, я в Архангельске пью каждый день, но пара бутылок пива, 2-3, это, я не считаю, что это прям очень. Тем более, я вижусь с людьми каждый день, с разными. И надо общаться с людьми, поэтому чуть-чуть пью. Финал хочу. Ну, блин, финал логично было бы хотеть, чтобы не было 3 батла с ПМом. Я бы хотел с Династом, это понятно, потому что реванш. Состыковаться в Архангельске пока не знаю. Люди спрашивают насчет какой-нибудь встречи. Типа, давай фанатскую встречу. Но, блин, 3 человека фанатских придет, как бы это такое себе. Поэтому, ребята, не знаю на самом деле. Со всеми по одному я не могу встречаться. А если организую какую-то кучу людей, то придет 2 человека, 3. Это, по сути, будет то же самое. Плюсы армии... Че с кенгуру сзади? Не знаю, чё, какой кенгуру. Чувак. А, Versus Fun, ты не чувак вроде как. С 10 числа в отпуск, поздравляю. Плюсы армии. Ну, блин, на самом деле, плюс такой спорный момент, знаешь, насчет плюсов армии. Там типа сидеть, нихуя не делать, с одной стороны. Вот. Ну, вообще, в чем-то армия воспитывает. А Сеймур присоединится, и Дио в аудио, наши братишки. Студия живет, студия у меня все в Питере, братан, поэтому майорский хуй ДКДК застрял. О, Денис отклонил. Дио в аудио, ты отклонил мое приглашение поболтать. Всем привет, кто пришел. И кто пришел сейчас, сразу пишите свой город, пишите сразу, что вы любите, пиво или жизнь, пиво или сок. Вот. И если хотите поддержать на пиво или на сок, то, соответственно, скидывайте. С батлов я получаю. Ну, нихуя не получаю. Мы батлим бесплатно, алло. У нас есть призовой фонд, мы за него батлим. И все. То есть я не живу с батлов, потому что я там нихуя не получаю. Вот, но я, правда, и не работаю. Вот, и, короче, занимаюсь всякими другами. Архангельск пиво. О, чувак, на пиво. Вот архангельские пацаны на пиво можете мне скинуть. Заметил, что у Поха и Терепса было 2 батла, также у Пьема и Гриши, также по 2 батла. И каждый раз были разные победители. Тогда выходит в финале с Династом, ты бы разъебал его. Блин, не знаю на самом деле, но реванш, он и есть реванш, надо же ориентироваться на это, да, если ты проебал один раз и особенно говоришь, что я, блядь, реванш тебя разъебу и проебаешь второй раз, то это позор. Конечно, я не буду говорить, если сколько денег скинуть на пиво, о, Мишаня, бля, ну скинь, сколько тебе не жалко, ты же много зарабатываешь, чувак. Вот, поэтому к реваншу надо относиться действительно как к реваншу. Вот с ПМом у нас будет когда-то батл, это не реванш, то есть, да, это просто турнирный батл, который надо рвать, чтобы заработать очки. А если ты проиграл кому-то, то реванш, я думаю, что надо прям рвать пиздец. Собирался выпустить Сеймура, как он тебя на паровоза. Ну, с паровозом там своя была фишка, когда он меня выпустил. Шимини Балдык Соса, каждый день по 3 часа. Утюг. Утюг, Бурятия, привет. Кто есть из Бурятии? На шампанское тоже можно. Блин, кто скидывает не на пиво и не на сок, если вы скидываете какие-то деньги, вы пишите, на что вы скидываете. Мне просто интересно, что вообще люди пьют. Салют. Вика, салют. Паун по вордплею, мы панчем тебя обогнал. Ну, блин, я не знаю, сложно судить. Я не делаю прям вордплей, потому что их надо делать. То есть, когда возможно, я их вставляю. Иногда они баянистые, иногда они не баянистые, но мне как-то похеру на это, я тут использую в этом. А у Смешарика, мне кажется, у него много лишних, прям, лишних вордплеев. Я об этом ему постоянно говорю, на самом деле. Не работаю я с 1 августа. 5-й этап прошел хорошо. Привет, люди, кто пришел, пишите свой город, откуда вы пришли, что вы любите пить, пиво или сок. Ну, или не пиво и не сок. Вот. А кто скидывает на пиво и на сок, обязательно пишите. За пиво, за сок. И посмотрим, что я буду пить в следующий раз. Может быть, я буду сидеть с молоком, так типа, эх, ну или с водой, потому что
нихуя не скинули. Вот. Сейчас не знаю, не проверить никак. Тольятти. Респект Тольятти. Ухта. Сидр. Ну, сидр это пиво, будем считать. Ребята, какие планы на Новый год? Вообще, ЕКБ, Пуэр. Пуэрчик. Салют ЕКБ. Еще разок. Какие планы на Новый год? О, пришел какой-то, вижу, донат на 1000 рублей. У-ху! Я случайно открыл, там пришла смс-ка. О, респект. Кто скинул это, обязательно напишите мне. Вообще пишите мне, кто скидывает эти деньги. Мне как бы я никогда не требую людей, да. Я живу независимо от этого. То есть я не работаю, не зарабатываю с батлов. Но это просто как приятный очень бонус. Я всегда благодарен очень людям, которые скидывают, да, на что-то. Это не баснословная сумма, это всегда какая-то мелочь, да. Но это тем приятнее, что люди поддерживают. Большое спасибо. Всем, кто пошел спать, пока. Барнаул, респект. Если прочитал, финала не было еще. Сезон продолжается, ребята. Нижний Новгород, салют. Вологда, салют. Борода у меня не растет. В КВН участвовал. Ну, только шутки мои бородатые растут. В КВН участвовал в свое время, да. О, Сьерра-Леоне. Архангельская область, всем салют. Давай посмотрим Сеймур. На 5 минуточек поболтаем. Подключится, нет. Версус, площадка для хайпа или для батл-рэпа? Ну, это и не то. О, ребята. Привет, брат, как дела? Да, брат Андрюша, я эмоциональный, смотри. Здоровенько. Здрасте. Эй! Ребята, Минск, салют. Салют, ребята, мы на связи. Ну что, господа, с нами сейчас ребята из пятого элемента. Сережа Сеймон, Андрей Рейвен, Лоу, Гандон. И вот этот пиздец. Всем салют. Пацаны, за пиво, на пивко. Давай. Мы будем пиво. Ты умеешь снимать вообще? Ну, я поздно в съемке. Сеймур. Сеймур, привет. Здорово. Короче, видео, которое я был в этом Архангельске, оно... Ну что, ребята, расскажите что-нибудь, как вам вообще? Как вам Москва? Пивко нормальное. Давай не про батл рэп, давай за жизнь. Слушайте, пацаны, мне говорят, что из-за вас стало хуёво слышно меня. Давай про ипотеку поговорим. Чего тебя хуёво слышно? Потому что Витя стало хуёво слышно. Ну что, ребята, если хуёво слышно, то давайте нахуй их пошлем всех и пообщаемся. Кто рад повышению НДС? Это очень важно. НДС повысится до 20%. Главное, что нам тебя слышно. Бля, пацаны, вы тормозите, реально. Слышите нас, вас говорят, давайте нахуй. Пропал совсем. Это ты слишком быстрый просто. Перевод. Блин, ребята, никогда бы не подумал, но я кикнул своих друзей. Прям удалил их нахуй из жизни. Бля, пацаны, говорят, слышно. Говорят, все плохо слышно, поэтому извините, что я вас выкинул с трансляции. Ребята, все тормози. Давайте мы сейчас завершим трансляцию, я вам отдельно позвоню, и мы с вами так пообщаемся. Вот. Какие были вопросы, там, повторите, продублируйте, пожалуйста. Сейчас все ок, супер. Пошел в пизду. Это мне, нет? Или кому-то другому? Украина, привет. Не понимаю людей, которые специально заходят куда-то на трансляцию, чтобы кого-то обосрать. Ну, то есть, это знаешь, как написать человеку в личку, ты говно там и все. Понятно же, блин, что тебя удалят, скорее всего, заблокируют. Поэтому, ну, как бы оскорбление. Я к оскорблениям привык уже, участвуя в Версусе. Вот, поэтому... ХЗ, на самом деле. Стих я расскажу, да, последние там минут через 15, наверное. Кстати, всем 11-классникам предстоит писать итоговое сочинение. Что можно сказать, например, по теме «Отцы и дети». О, бля, я проскал по теме «Отцы и дети», на самом деле, только вот в реальной жизни. Блин. Ребята, короче, завтра всем 11-классникам удачи. Правда, что обиделся на ЗБ? А за что мне обижаться на ЗБ? Типа, ну, это... ну, в смысле, я привык к оскорблениям, потому что я участвую на батлах, и потом, так или иначе, я попадаю на YouTube, где я там, я не читаю комментарии, но я все равно вижу их, или там мне говорят люди, что типа, о, бля, все такое, ЗБ меня в Твиттере оскорбил. О, ребята, напишите, где меня ЗБ оскорбил в Твиттере, давайте позвоним ЗБ.
Последний раз, когда ЗБ меня оскорблял, я ему позвонил, и он сказал, что это все ради донатов и ради пиздюков. Поэтому давайте, скиньте мне кто-нибудь твит ЗБ, реально, где он меня оскорбил. Сейчас закончится трансляция, может, это позвоню ему, спрошу, типа, Антоха, как так-то, блядь? Зачем ты меня оскорбляешь, а потом жмешь руку мне навстречу? На самом деле, похуй, не, хорошо. К ЗБ я хорошо отношусь, поэтому респект ЗБ. И РБЛ очень круто, РБЛ. Но последние батлы пока не смотрел, но когда-нибудь. Минут через 10 я вам прочитаю стих про жизнь. Так и назовем его, стих про жизнь. Это не мой стих, вот. Но просто мне недавно скинул очень взрослый человек, уважаемый, авторитетный взрослый человек, ну, типа там не 20 лет которому, да, там третьекурсник, а серьезный человек. Вот. И поэтому я вам прочитаю этот стих просто про жизнь. Поговорите с ним о личной жизни ПМ. Личная жизнь ПМа меня не интересует. Я все о ней знаю. Да не, на самом деле, что говорить про личную жизнь ПМа? Ходят слухи, что ты в контрах со Смешариком. Откуда такие слухи? Смешарик, мы что, с тобой в контрах, что ли? Ты что, охуел, Смешарик? Мы же с тобой общались. Ты видишь оскорбление в этих очках. Как вы пустили славу после диса на вас? На самом деле, хороший вопрос. Мы все забыли, но мы же не знали, кто у нас. В ВК пишут, да, люди? Чуть-чуть погромче радио давайте сделаем. То есть мы не знали, кто будет у нас гость, да, соответственно. Для нас это была неожиданность, и мы все забыли спросить у него, какого хуя ты нас задисил, Слава? Зачем? Типа, брат, ты пришел к нам, но ты пришел без уважения. Дис на голубей... Нет, диса на голубей не будет. За что? За что ты так Маконана не уважаешь? Маконана я уважаю. Маконан, наверное, один из самых светлых чуваков из голубей, в том плане, что он очень душевный, очень культурный, воспитанный вне батлов и все в этом, очень скромный, поэтому по человеческим качествам Джон охуенный очень чувак. В Устьянах, по-моему, не был. Че, Смешарик охуел, что ли? Ой, бля. Че, может, это... Будем завязывать с вами, стишок прочитаем, да все, ребята, тут. Там приходили смс-ки какие-то, спасибо всем, кто по этому большущему номеру на пиво или на сок скинул. Обязательно прочитаю. В следующий раз буду с пивом или с соком. Вот. Давайте еще минут 10 пообщаемся. Рвать на битах я не смотрю. Не смотрю 140 BPM. А в Твиттере на Джона твой фейк жестко пиздит. Ну, блядь, как бы он на то и фейк. Я не могу контролировать, что делает мой фейк. То есть, ребята, давайте так, чтобы вы понимали. Меня нет в Твиттере, меня нет каких-то официальных групп ВКонтакте, там пабликов. Все, что делают люди, это делают люди, нет меня. Вот, цифры твое лицо закрывают. Ну, блин, если кто не видит отсюда цифры, не хочет копировать, напишите мне в директ или в ВК, кто хочет поблагодарить, я скину номер карты и буду вам благодарен просто за поддержку. Под биты я бы не зачитал, потому что это не мое. Треков я запишу когда-нибудь. Когда-нибудь, не знаю, когда треки будут. Под биты вряд ли буду когда-либо батлить. Вот. С Микси фиток может быть. За мерч с ним. Батл фит за мерч. Радио джаз прям. Хорошая музыка. Я не слушаю всех ваших там «бу», «я его ебу», там, или «я ее ебу», там, всяких других чуваков. Вот, но... Да. По поводу мерча, кстати, мерч «Индивид» — это архангельская фирма, которые мне ни копеечки не заплатили за какую-то рекламу, как некоторые думают. Это просто братишки из Архангельска, за это им респект. Скоро у них открытие магазина в Санкт-Петербурге, на котором я хотел быть, но обстоятельства жизни сложились так, что сейчас я в Архангельске. Фаворит сезона ФБ, фаворит Сойер и Династ. На РБЛ пойдешь? Ну, на РБЛ я, когда могу, я всегда хожу. Но тут мне пишут, что там ЗБ меня оскорбил в Твиттере, поэтому я не знаю, может, меня не пустят. А 16 декабря я через 2 недели будет встреча РБЛ, да, межсезонкой, там будет батлить Вова АО из Архангельска против хип-хоп одинокой старухи.
Я, скорее всего, не поеду. Я пока еще не знаю. В общем, пока я в Архангельске, здесь наслаждаюсь и все такое. Следующая трансляция, я не знаю. Я хотел в ВК поболтать там через пару дней. Кстати, ребята, я тут с одними архангельскими чуваками согласился. Ну, как согласился? Меня позвали пиздюки из Архангельска. 15-летние, типа, давай с нами на стрим. Я согласился, поэтому в эту субботу, это 8 декабря будет, сейчас я посмотрю точно, да, 8 декабря. 8 декабря я буду, ну, у меня увидите всю информацию. Кому интересно, там есть ссылка, будет ссылка, там есть вопросы все и вся херня. Собирают мне на BMW, кстати, 5 миллионов. Это куда проще собрать, чем на пиво или сок, правда? Вот. Поэтому там будут вопросы и будет стрим на Ютубе с чуваками из Архангельска. Так что поболтаем в эту субботу еще, там какие-то вопросы они будут задавать. В общем, поддерживаю я. Кого могу из Архангельска, поддерживаю безвозмездно и все такое. Я ему что доначу ради того, чтобы он людей оскорблял? Вот именно, чувак, ты донатишь за Б, а он оскорбляет людей. Ну, блин, он ради донатов и оскорбляет. Новый год где отмечать будешь? Скорее всего, в Питере. Ну, наверное, да, в Питере. Пока не знаю еще. Вот, Баста или Гуф? Ну, не знаю. Вот Баста и Гуф вместе на их совместном альбоме в 2009 году. Это прям хорошо. Очень хорошо. Вот, стрим будет, да, с архангельскими чуваками на Ютубе, там, как положено, они модные там чуваки, у них донаты там всякие, полоски, вот это все, блядь, донаты, полоски. И просто будем болтать в субботу в 18 там, часов по московскому. Придет там тоже человек 7. Ну, как бы похер. На самом деле мы не за просмотры бьемся, не за количество. Как бы похеру. Всем спасибо, кто здесь. Спасибо, кто поддерживает меня, тигров, кто скидывает деньги на пиво или на сок. В общем, всем большой респект за это. А, спать ложусь. Да по-разному бывает. Я не привязан сейчас к времени, поэтому, ну, так, ближе к ночи. Там, пока ляжешь, там, почитаешь и все такое. Самый лучший батл MC в СНГ и в мире отдельно. Блин, по миру не знаю, я Запад не смотрел, честно, каюсь или не каюсь, да. Ну, по России, да хз, наверное. Ну, в троечке PM, в троечке похоронил, там, в троечке, наверное, может быть, Сеймур. Ну, сейчас давайте посмотрим, начнется какой-то новый сезон, новая движуха. Мне, правда, сложно, я последний батл РБЛ не смотрел, поэтому я не знаю, кто там крутой. Вот. Ну, Дип крутой. Да, спасибо за хорошие трансляции. У нас всегда такие нормальные трансляции, дружественные. Да, мы собираемся 40-50 человек, меньше, мы обсуждаем все это душевно, очень лампово, хуесосят все меня, я вас и это. В Армейке нихуя не пиздили, я же этот, майорский, видишь, майорский член там, все дела. Солидарности концерт я пролистал. Очень понравилось. Кстати, эта тема, на самом деле, очень крутая с концертом Солидарности. Да, вот, Нойз, респект за это. Баста и Мирон прям очень охуенные. Они молодцы. О, да, хватит ругаться, простите. Батл, я смотрел батл Диктатора, да, смотрел, он там про меня что-то сказал. Это прям вообще нереспектово было. Вот. С Огилом, наверное, не буду батлить. Ну, я бы комплиментарку я бы забатлил с Огилом. Не знаю, мы просто с Огилом нормально однажды в жизни пообщались, и поэтому мне особо нечего про него сказать, тем более я батлил с Микси уже. К Браге отношусь очень круто. Очень круто. В ЕКБ не был, но надеюсь, что пацаны меня позовут как-нибудь, если мы с ними будем общаться. Гришка там, Димка Браги. Я в ЕКБ бы съездил, вот честно. Вообще, я хочу по России, конечно, поездить, так посмотреть Россию, но это как получится. Давайте еще 5 минут, я вам прочитаю стишок про жизнь, кто-то его, наверное, знает. Вот, этот стих не мой, там будут плохие рифмы, там будет все, что вы так любите в батлах Микси. Вот, мы тебя убавили. Так, сохранишь эфир? Эфир сохраню, да, True Battle начался, третий сезон. Сезон третий начался, были отборы, респект там братишке Глебу Файву, который это все проводит, хорошего чувакам сезона. Я не знаю, смогу ли я дальше там на какие-то попадать движухи,
Вот. Но был на отборе, были хорошие батлы, поэтому ждите. Встреча команды Окси, ну, я смотрел ее немножко в этом тоже, вот с бутылкой типа Хугардена, там что-то такое. Не, прикольная штука. То есть, ну, посмотрели батлы, обсудили. Мне понравилось, что они пофристайлили. Вот это прям хорошо. Династ хорошо фристайлит. Молодец. Вот. Ну, это как бы так, на самом деле, правда. Это правильно. У них правильные рэперские встречи. У нас последняя встреча тоже была хорошей, трушной, рэперской. Когда выйдет, не знаю. Может быть, завтра, может быть, нет. Поэтому хз. Давайте еще там парочку вопросиков. Напоминаю, что здесь какой телефон у меня? Телефон, iPhone, восьмерка. Здесь у нас номер карты, мы собираем на пиво или на сок, посмотрим, кто здесь больше кого, алкоголиков или этих людей, которые пьют натуральное. PM пиздат, ну, потому что PM пиздат. Ну, блин, посмотри батлы PM, это пиздат. Ну, это, опять же, вкусовщина. То есть, блин, понимаешь, чувак, тебе может нравиться батл там какого-нибудь, например, я не знаю, там, Лёхи Медь, но тебе не нравится... Не нравятся батлы, например, PM-а. Да, неужели кто-то переводит? Представь, ты думаешь, что я не работаю с 1 августа, Наденька? Конечно, переводит. Ты тоже можешь мне перевести 3 рубля на сок. Я знаю, на сок. Вот. Смотрел когда-нибудь стол ФБ? Стол ФБ смотрел, да. Поэтому, ну, как, они ни к чему там не приходят. Единственное, что мне не нравится в столе, что они там ни к чему не приходят. И я считаю, что стол надо было каждый этап звать по участнику. То есть, допустим, 6 столов выйдет, да, каждый стол надо было звать по участнику тигров, по участнику голубей. Это было бы конструктивнее немножко, да, потому что у нас тоже идеи по, ну, какие-то есть по сезону. То есть идет сезон, там что-то меняется, и мы тоже могли бы предлагать какие-то свои идеи, потому что мы непосредственно на этом завязаны, правильно? Представительство рядом с ментором сидел бы, например, Гриша, с той стороны рядом бы с Мироном сидел, например, там кто, Майлз, ой, блядь, Майлз, летай, вечно путаю пиздюков этих, вот, и потом следующий стол снова бы, например, там, мы поменялись, да, и вот, я считаю, что надо было бы, помимо всех этих людей, приглашать еще именно участников, ну, это не мое дело, это организаторы, просто такая зарисовка мысли. Ники отбатлил, Ники, ну, так себе отбатлил, на самом деле. Отборы Трубатла были, да, в субботу. Было неплохо. Создание личных треков. Да, треки будут, треки будут. 17.03 новая, охеренный бар. Он стал в 3 раза больше. Вот, сейчас я, кстати, выключу радио джаз. А может, наоборот, включить его. Все батлы снимаются в один день, да, конечно. Сейчас я... вот. И мы на этом нашу душевную встречу посчитаем оконченной. Встреча, блин, спойлер, Грига батлил с Летайкой. Не, почему спойлер? Это просто пришло мне в голову Гриша и Летай. Хорошо, там мог бы сидеть Браги, Микси. Неважно, просто такая. Bumble Busy бывает на батлах? Нет. Ну, он был в Москве. К Династу отношусь хорошо. Как можно относиться к тому, кто тебя разъебал? Ой. Я сохраню трансляцию, ребята. Всем спасибо, кто там скинул. Приходили смс-ки какие-то. Пишите мне в личку, кто скидывал. И на что вы скидывали? На пиво или на сок? Просто интересно, что я буду пить в следующий раз. Вот. Все увидимся. Сейчас я вам прочитаю стих. Он небольшой. Он ламповый. Так же, как наши с вами беседы. Очень такие дружественные беседы. Вот что мне нравится. Давайте, ребята, стишок, и все по нем спать. Завтра школьникам сдавать там какие-то пробные ваши тесты, да, всякие. Мне что-то тоже надо делать, да? Может быть, завтра текст написать на трек какой-нибудь, а, ребята? Как вы думаете, может, трек пора писать? Короче, ребята, стих про жизнь. Он, ну, он простой, серьезный. Вот. Я не всегда в очках, давайте я стих без очков прочитаю. Вот, просто очки с собой взял в Архангельск на всякий случай, думаю, чё бы нет. Короче, ребята, смотрите, вот такой стих. Стих про жизнь. На что мы тратим жизнь? На мелочные ссоры, на глупые слова, пустые разговоры, на суету обид, на злобу, вновь и вновь. На что мы тратим жизнь? А надо б на любовь. Сжигаем жизнь дотла, все на пустое что-то, на нудные дела, ненужные заботы. В угоды обществу придумываем маски. На что мы тратим жизнь?
а надо бы на ласки. Мы распыляем жизнь на сумрачную скуку, на имидж и престиж, ненужную науку, на ложь и хвастовство, на дармовую службу. На что мы тратим жизнь? А надо бы на дружбу. Куда-то все спешим, чего-то добываем, чего-то ищем все, а более теряем. Все копим, золото, тряпье и серебро. На что мы тратим жизнь? А надо б на добро. Волнуемся, кричим, по пустякам страдаем, серьезностью смешной вещички выбираем. Насколько ни гадай, все выберешь не ту. На что мы тратим жизнь? А надо б на мечту. Боимся радости, боимся верить в сказки, боимся и мечты, и нежности, и ласки. Боимся полюбить, чтоб жизнь, чтоб после не тужить. На что мы тратим жизнь? А надо просто жить. Короче, ребята, просто живите, и все будет круто. Пейте желательно сок. А, просто надо жить. Ребята, давайте введем в наши трансляции, кто здесь постоянно знает, у нас веселые ламповые такие трансляции с нашими белоснежными зубами. Вот, введем такую традицию, в конце наших трансляций будем какие-нибудь читать стихи. В общем, ребята, надо просто жить, неважно. Фреш была, там, батлы это все хуйня. Живите своей жизнью настоящей, любите тех, кого вы любите. Если вы теряете любимых, то постарайтесь сделать так, чтобы ваши любимые все-таки были с вами. Если они этого хотят, если вы это хотите. Главное, будьте искренними, ни под кого не подстраивайтесь. Вас хуесосят, не хуесосьте в ответ. Всем похуй. Ребята, главное, живите. Это такая вот напутственная моя речь. Вот, потому что жизнь одна, реально, жизнь пиздатая. Жизнь не ограничивается ютубом, жизнь не ограничивается батлами, там, чем-то развивайтесь. Главное, развивайтесь. И это круто, потому что в жизни столько всего пиздатого. А мы вот с вами сидим тут на трансляции, да, и это. Все, ребята, всем, девчонки, всем салют. Мы с вами пообщались довольно неплохо. Всех люблю, всех обнимаю. Большое всем спасибо от моих зубов, они так блестят, пиздец. Вот, это Витя Бови, самый трушный на этом поле боя, от властильная ёбка, кофейня Джонни Боя. Увидимся, ребята, с вами. Анана! Пау! Сука, промахнулся. Все, завершаем. Пока-пока.